Установка бокового дефлектора 2D от компании «Стрелка-11» на машину Kia Soul 3-го поколения. Перед тем, как установить, даются спиртовые салфетки. Протираете места крепления. Мы это, конечно, уже все сделали. Что такое 2D, видите, плоский, даже чуть мягкий. При установке будет стоять жестко, красиво. И самое главное, будете окна открывать, шума от них не будет. Снимаем защитную пленку. Установка идет по верхней части и по боковой. Установили, переходим к передней части. Заносим. Берем полотенчика и устанавливаем. Она еще вся в пленке. Установка второго дефлектора. Смотрим на первый дефлектор. Чуть-чуть подклеиваем, чуть-чуть. В воздухе выравниваем по второй двери. И смотрим, чтобы у нас вверх и вниз было одинаково. Вот я вижу, что сейчас все одинаково. И также уже доклеиваем заднюю часть. Здесь у нас чуть-чуть под наклоном стоит, но жестко. Также есть третий дефлектор для декора, чтобы закончить всю эту красоту. Также снимаем защитную пленку. Смотрим на второй дефлектор. Не по верхней части, а именно по дефлектору. Чуть-чуть подклеили. Кстати, в самом конце он идет по верхней части пластика. Мы еще не приложили. Теперь смотрим, чтобы у нас верх и низ сошлись. Вот сейчас сошлись. И теперь я подклеиваю заднюю часть. Берем полотенечко и основательно теперь доклеиваем. Если вы не нашли товар от компании «Стрелка-11» на свой автомобиль, также 2D дефлекторы, лобовой дефлектор, защита сетки, также защита камеры, то, пожалуйста, звоните, обращайтесь. Разработка от компании «Стрелка-11» будет бесплатной. Звоните в компанию «Стрелка-11». Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя «Стрелка-11.ру». Прямые ссылки на сайт и товар находятся под видео.